فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا واتقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. Уважаемые телезрители, я снова приветствую вас. Мы с вами продолжаем нашу передачу, посвященную Фатиме Захре, саламуллаху алейха. И в первую очередь, как всегда, мы приветствуем нашего гостя, шейх Курбана. Шейх Курбан, саламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Шейх Курбан, на прошлой передаче мы с вами говорили о событиях, которые были связаны с Фадаком, и остались еще не досказанные моменты касаемо последних дней Фатимы Захры, то есть последних дней ее жизни. Хотелось бы продолжить тему, что происходило в те дни дальше. Прошу вас. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаина, ва хуа хайру насирин, ва муин. Вассалату вассаламу аля сейд аль-амбияи валь-мурсалин, ва аля алихи ат-тайбин ат-тахирин аль-маасумин. ولعنة الضائمة على أدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хаджи ТВ-3. Последние дни жизни, как мы говорили ранее, ее светлость Фатима Захры, саламуллах алейха, были посвящены полностью, были посвящены с той тьмой лицемерия, о котором очень много сказано в Священном Коране, о тех аятах, в которых упомянуто эта тьма лицемерия. Мы об этих аятах говорили, да, на этих наших передачах, рассказывали об этом. И все последние дни, все эти последние месяцы жизни ее светлости Фатима Захра, саламуллах алейха, были связаны именно с этой борьбой. С одной стороны, мы видим войну этого движения лицемерия, движения сакифы, причем это экономическая война. То есть они, в принципе, если судить по стратегии, по политике, то это была совершенно правильная стратегия. То есть с точки зрения исключительно стратегии и политики, совершенно была правильная стратегия лишать семейство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, экономического обеспечения, чтобы продвинуть вот это вот зло, вот эту тьму лицемерия, которую они навязали всему исламскому миру. И здесь, в этой войне, противником, их противником, в этой экономической войне, была именно ее светлость Фатима Захра, саламуллах алейха. То есть практически она была единственной, кто сопротивлялся. В силу того, что именно ее обязанностью было это сопротивление лицемерию. Именно на нее была возложена эта миссия. Даже не на его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. Именно на нее. И в последующем, то, что мы наблюдаем, в последующем в этой борьбе, в этом противостоянии, во всех этих полях, во всех этих столкновениях, обязанность противодействовать этой тьме лицемерия и обязанность сопротивляться этой тьме, этой тьме, все это лежало именно на ее светлость Фатима Захра, саламуллах алейха, не на Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. И поэтому именно с этой точки зрения в дальнейшем также необходимо рассматривать последующие дальнейшие события, которые происходили.
Одним из столкновений, которые мы наблюдаем, также было связано с присягой, ибо лицемеры, они, присягнув одному из своего числа под Сакифой, присягнув ему, навязали присягу всему, всей Медине в первую очередь, mm-hmm. и в дальнейшем всему мусульманскому халифату, всему мусульманскому обществу. Разным это путями происходило. Здесь опять-таки мы наблюдаем довольно-таки разные методы. Кого-то убивали, если кто-то не присягал. Кого-то убивали, кому-то было достаточно угроз, угрожали кому-то. То есть все происходило по-разному. Были наняты целые племена, которые терроризировали Медину, и под угрозой этих племен, вооруженных причем племен, мединцы под страхом столкновений с этими племенами, мединцы начали присягать ему. Но здесь мы наблюдаем группу людей, которые отказались от присяги. Некоторые из них были убиты, причем, то есть это был один из методов борьбы с так называемыми с оппозицией, если выражая современным языком. Это был один из способов и методов борьбы со своими противниками, убийство, террор. Здесь среди тех людей, которые не присягнули, не принесли присягу, был в том числе его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалям. Таких людей было множество. Но мы хотим коснуться именно определенной группы лиц. Это был Зубейр, это был Тальха, это был в том числе и Аббас, дядя его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи. Шейх Курбан, это все признается нашими оппонентами? То есть есть ли в их книгах то, что эти люди не присягали? Да, да, да. Mm-hmm. То есть все это имеется, конечно, им признается. У них, опять-таки, в силу того, что... То есть это довольно-таки интересная методология отношения к истории, отношения к хадисам, к историческим фактам. Несмотря на то, что некоторые вещи они признают, но, так скажем, предпочитают об этом не говорить, предпочитают не касаться этих вопросов. И тем более в современную эпоху, когда появились ученые, появились определенные деятели, которые вовсе запрещают обсуждать какие-либо исторические вопросы. С чем это связано? Они хотят тем самым скрыть истину? Конечно. То есть, а в чем еще смысл? То есть говорят, не обсуждайте, не трогайте те или иные вопросы, не касайтесь тех или иных вопросов. Это же мы повседневно встречаемся с этими фетвами, с такими решениями, с такими религиозными указаниями. Не сталкиваться, не обсуждать. Нам это не нужно. Можно было бы и не указывать эти вещи, именно эти факты в своих книгах. Зачем тогда надо было указывать, если они не хотят об этом говорить, тоже задается такой вопрос. А ничего не поделаешь, это как бы проникло, это у них в книгах имеется, и это как бы записано, это дошло до нас через их книги, причем через надежные, достоверные книги. По тем или иным причинам они были вынуждены, по тем или иным причинам они записали это у себя в книгах. По разным причинам, в разных случаях по-разному бывает, то есть нужно уже отдельные случаи смотреть и рассматривать, почему они записали. Но так или иначе эти предания пришли. И как, что с этим делать, как с этим поступать? Здесь каждый уже выбирает сам. Кто-то пытается найти оправдание, да? Допустим, как Ибн Хаджар аль-Аскалани в Фатх аль-Бари, который является толкованием Сахих аль-Бухари, Ибн Хаджар аль-Аскалани в Фатх аль-Бари, где говорится о гневе ее светлости Фатимы Захры, саламуллах алейха, на них, на этих лицемеров. В частности, в предании из Сахи Бухари говорится, что ее светлость Фатима Захра, саламуллах алейха, завещала его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, не звать их на
свои похороны. Угу. И что его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, похоронил свою супругу ночью без ведома людей, тайно, то есть хоронил, и сам прочитал над ней погребальную молитву, не позвав и не уведомив об этом никого. И комментируя слова, Бухари сказано «Лам ю один Аба Бакир», что его святец Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, не сообщил о ее смерти, о ее похоронах первому халифу. Комментируя эти слова, что говорит ибн Хаджар аль-Аскалани? Он говорит, потому что не было в этом необходимости, потому что первый халиф и так знал, что она ушла из жизни, и так знал, что она будет похоронена. То есть не было в этом не было необходимости в том, чтобы сообщить. А если мы посмотрим само предание и посмотрим на это предание с точки зрения самого передатчика, что он хочет в этом предании сказать? Он рассказывает об истории этих двух людей, ее светлости Фатима аз-Захра, саламуллах алейха, и ее врага, лице вот этого лицемера. Он рассказывает эту историю и говорит, что этот человек, этот лицемер, не дал ей ничего из ее наследства, не отнял у нее имущество, не дал ничего из ее наследства, но, по крайней мере, с его точки зрения, это было ее наследством с точки зрения Фатима аз-Захра, саламуллах алейха. То есть она претендовала на это имущество, на фадак и не на некоторые другие вещи, как на свое наследство. Но он ничего из этого не дал, она на него обиделась, она разозлилась на него, фахаджарат, и не разговаривала с ним, то есть враждовала с ним. И так до конца своей жизни, а когда она умерла, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, лям юдин Аба Бакир, не сообщил об этом, что это все значит. То есть в совокупности, о чем говорит хадис? Говорит о том, что вражда была настолько глубокой и настолько принципиальной, что она завещала своему супругу не звать и похоронить ее тайно, чтобы никто из этих людей не присутствовал на ее похоронах и, более того, не знал, где она похоронена. Но здесь вот ибн Хаджар аль-Аскалани, ему угодно именно взять и оправдать это. Так, то есть кто-то находит такие оправдания, а некоторые другие, такие как ибн Таймия, говорят, что нет, никакой вражды не было, это вам все кажется, все это ложь, все это неправда. А как толкует ибн Таймия? Не толкует, он говорит, отрицает, это все говорит ложь, это все неправда, это все недостоверно. Это слова ибн Таймия. То есть получается и предания эти он отрицает? Да, он говорит, все предания, в которых сообщается о том, что между сподвижниками были недоразумения, что между сподвижниками были конфликты или вражда, все эти предания являются ложными. На чем основывается его этот общий закон? Ведь общий закон должен быть. На том, что сподвижники, они практически безгрешны. То есть вот эта вот теория справедливости сподвижников, которая у них в учении имеется, она толкает именно на такое понимание и вещей. И это все несмотря на то, что передатчики хадиса действительно являются надежными, да? Которые передают такие хадисы относительно. Более того, в аятах священного Корана разве не говорится удивительные вещи про сподвижников? Да. Разве сура лицемеры? О ком сура лицемеры? Именно о тех самых сподвижниках. О сподвижниках? Разве сура лицемера не была ниспослана на лицемерах? О ком вообще эта сура лицемера? А что, о мекканцах, мушриках? Нет, те, которые именно окружали самого посланника Аллаха. Конечно, само собой. То есть, ну это вот как бы, это в том и заключается, что смысл вот этого вот идолопоклонничества, вот этого вот скрытого и малого идолопоклонничества вот этих людей, что они настолько возвысили этих людей и вот этих лицемеров. Но это, конечно, и не их заслуга, да, то есть это не заслуга этих ученых. Это заслуга именно вот этих лидеров лицемерия. Они навязали себя мусульманскому миру в качестве идолов для поклонения. Чем отличается, в чем качество, особенности и характеристика идола? В том, что когда человек сталкивается с истиной и с правдой и видит некое противоречие между своим идолом и этой правдой и этой истиной, он не выбирает истину.
Он не выбирает правду. Он берет и принимает сторону своего идола. Вот это качество идола. В отличие, допустим, например, от Бога. Качество идола или качество идолопоклонника? Это качество идола. То есть, когда человек берет себе идола, то этот идол, противопоставляясь истине, правде, уводит человека от этой истины, от этой правды. В отличие от Бога. Обратите внимание, единобожие и поклонение единому Богу никогда не может войти в противоречие с принятием какой-либо истины или какой-либо правды. Поэтому и мы наблюдаем вот такое поведение, такое отношение со стороны этих ученых, что эти люди, навязав себя мусульманскому миру в качестве идолов, они навязали свою личность обществу. И мы здесь наблюдаем, и поэтому мы наблюдаем, что ученые, когда видят противоречие этих личностей и правде, они отрицают правду. Они закрывают глаза на правду, они умалчивают правду и принимают сторону этих своих лидеров, этих своих идолов и своих лицемеров. Мы с вами говорили, шейх Курбан. Да, поэтому здесь разные отношения бывают. Да. Кто-то полностью отрицает, кто-то пытается оправдывать, кто-то просто принимает и оправдания не находит, но умалчивает, предпочитает просто не говорить об этом и как-то не обсуждать это. Кто-то вовсе говорит, давайте не будем обсуждать, запрещает другим это обсуждать. Не надо это обсуждать. Это неугодные, неудобные темы. Здесь все понятно, шейх Курбан. Хотелось бы вернуться вот к тому, что мы с вами говорили, а именно, как говорится, мы говорили о присяге. Да, о том, что определенная группа людей отказалась присягнуть этому человеку. И в числе этих людей был его святой Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, был Тальха, был Зубейр. Но они, все эти люди, собрались в доме ее светлости Фатимату Захра, саламу алейха. Я приведу из суннитских книг цитаты по этому поводу. В Сунне, книга Ас-Сунна, Абдулла ибн Ахмада ибн Хамбала, у него есть книга, называется Ас-Сунна, Китабу Сунна. И здесь он приходит, приводит предание, это сын имама Ахмада, Ахмада ибн Хамбала. وغضب رجال من المهاجرين في بيئة أبي بكر رضي الله عنه منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما. Он говорит, что некоторые из мухаджиров были недовольны присягой Абу Бакру. Среди этих людей был Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, и Зубейр ибн Аввам. فَدَخَلَا بَيْتَ فَاتِمَا. Они вошли в дом Фатимы. Они собрались, то есть у них было собрание, у них было некое место, где они собрались. Это был дом ее светлости Фатимы, саламуллах алейха, бинта Расулилля, саллаллаху алейхи ва саллям, ва маахума силах. То есть и вместе с ними было оружие. То есть они были вооружены. То есть вооруженные люди, среди которых, опять-таки, это не двое, не два человека. Он просто приводит пример. То есть передатчик просто говорит «мингум». Среди этих людей, из этих мухаджиров, которые собрались в доме Фатимы, саламулла алейха, был его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, и был Зубейр. И вместе с ними... И они были недовольны присягой. Да. Гадеба риджалу миналь мухаджирин. Я просто, прошу прощения, на русском языке я услышал, что вы сказали, что они были довольны присягой. Поэтому я уточнил. Действительно, если мы говорили так, то... Гадеба... Чтобы исправить. Что сказано в предании? Гадеба риджалу миналь... Миналь мухаджирин фи бей ат Абу Бакр. То есть они были недовольны присягой Абу Бакр. И они были вооружены. То есть в предании, и это не единственное предание, говорится, что они были вооружены. Или в другом предании, в Мустадраке Хакима, он также приводит, что эту историю приводит и добавляет, что Зубейр вышел с мечом. С мечом к своим противникам. То есть об этом узнав, первый халиф, узнав об этом, что вот эти люди, они собрались в этом доме. И это не маленькие люди, это авторитетные люди. Люди, к мнениям которых прислушиваются. То есть это не какие-то незначительные люди, чтобы не обращать на них внимания. Нет, это лидеры. Это одни из лидеров мнений мусульманской общины. И тем более, что они собрались
в доме ее светлость Фатима Тазахра Саламулла алейха. Это самый, это значительнейший факт, что они именно там собрались. Они не собрались где-то еще. Это было важно. Это было, это имело принципиальное значение. Это было символично, потому что все прекрасные мединцы, все прекрасно знали, что это дом его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Единственный дом его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, в Медине, это был дом ее светлости Фатима Тазахра, саламулла алейха. У посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, другого дома не было в Медине. То есть все дома были домами жен, Умму Салама, Хафса, Аиша и так далее. То есть разные были дома, но эти дома все принадлежали женам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. У самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, был только Фатима, был только дом Фатимы Захры, саламулла алейха. И поэтому это было, имело значение, это был удар для них, что они, собравшись в доме ее светлости Фатимы Захры, саламулла алейха, заручились в том числе ее поддержкой таким образом. И это для жителей Медины имело значительнейшее влияние на них. То есть это имело большое влияние на мнение и представление мединцев о действующей нынешней власти, о той власти, которой присягали, то есть о присяге этой. И поэтому они отправили туда своих людей. И Хаким в Мустадрахе говорит, что «Ванна Мухаммад ибн Салама кесара сейфа Зубейр». И когда Зубейр вышел к ним, к этим людям, Мухаммад ибн Салама разбил меч Зубейра. То есть сломал меч Зубейра. В некоторых преданиях уточняется, что разбил его о камень. Про это предание Хаким в Мустадрахе говорит «Хада хадисун сахиун аля шарту шейхин валям юхариджаху». Что это достоверное предание, согласно условиям Бухари и Муслима. И в Тальхисе Шамсуддин Дахаби говорит, что «Аля шарт аль-Бухари». «Аля шарт аль-Бухари ва Муслим». Он говорит, да, так и есть. Это достоверное предание, согласно условиям как Бухари, так и Муслима. То есть это имеет, что значит согласно условиям Бухари и Муслима? Что это значит? В первую очередь он указывает на достоверность данного предания. Передатчики. Передатчики. Да. Они ссылались. Шартель Бухари ва Муслим, то есть имеется в виду условия Бухари и Муслима, имеется в виду, что передатчики, это передатчики Бухари и Муслима, то есть здесь уже никуда не денешься. Да, то есть хадис достоверный. Хадис достоверный. То есть все передатчики этого предания, это передатчики Бухари и Муслима, хадис достоверный, никуда не денешься. Угу. Ни для кого этот хадис не может быть слабым, потому что они все принимают Бухари и Муслима. Они все считают, что Бухари и Муслима были идеальные передатчики. Поэтому это предание достоверное. Имеется, конечно, немножко других преданий по этому поводу. Огромное множество. Я не буду, конечно, со всем этим знакомить. Я на что хотел бы обратить внимание в этом предании. Когда, как мы уже сказали, когда они узнали об этом собрании, халиф первый отправил туда людей во главе со вторым халифом и дал ему задание, дал ему поручение. Обратите внимание, это не мои слова. Какое поручение? Это поручение озвучено во всех этих достоверных преданиях, этих надежных преданиях. Он сказал, или они присягнут, или убей их. Одно из двух. То есть, или они принесут присягу, или ты возьмешь у них присягу, иди к этому дому, к дому ее светлости Фатима Тазахра саламулла алейха. Или ты возьмешь присягу у них, или же убьешь. То есть, одно из двух. И в преданиях об этом говорится. Например, в предании из книги «Сунна» Абдулла ибн Ахмада. В продолжении хадиса говорится, когда, то есть он передачи говорит, что «Вама ахума силах, фаджа ахума Умар». И к ним пришел в этот дом, к этому дому пришел Умар. «Фи исабатин миналь муслимин». И с ним была группа мусульман. То есть ему не просто дали поручение, ему еще дали отряд целый.
фи исабатин мин аль-муслимин. Дали ему отряд мусульман. И он перечисляет, передатчик перечисляет людей, которые были в этом отряде. Мы это зачитывать не будем, это не так важно. И, то есть он пришел к, с этим войском, пришел к дому ее светлости Фатима Тазахра, саламу алейхи. По поводу данного предания из Сунны Абдулла ибн Ахмада, в книге Субуль-Худа, это книга Салихи Шами, Салихи Ашами, он говорит про эту цепочку передатчиков. Абдулла ибн Ахмада. Он говорит, би иснадин джайидин, что это хороший иснад. То есть иснад Абдуллы из Ас-Сунны, это хороший иснад. Что в этом предании говорится? Что они собрались, Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, и другие люди, и другие мухаджиры собрались в доме Фатимы, саламу алейха, и к ним пришел Умар с группой, с отрядом мусульман. И другие подробности данной истории описывает ибн Абу Шейба, это один из шейхов Бухари, ибн Абу Шейба в своем Мусаннафе приводит больше подробностей. Он говорит: «Фалямма балага далика Умар ибн аль-Хаттаб хараджа хатта дахала аля Фатима факала», что когда Умар узнал об этом, об их собрании, он вышел из дома и отправился к ним, и придя к дому ее светлости Фатимы, саламу алейха, произнес речь. И вот одна из тех моментов этой речи. Он говорит: «Ва айму Аллах, ма дака бимани и ништама хаула и нафар индаки, ан амартухум ан юхаррака алейхим ильбейт». Он говорит: «Несмотря на то, что твой отец это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям», и так далее, все это не станет препятствием на моем пути, если эти люди будут собираться в твоем доме, эти люди, эти мухаджиры, которые не согласились присягнуть, если эти люди будут продолжать собираться в твоем доме, я прикажу, чтобы сожгли этот дом». То есть он угрожает сжечь дом ее светлости Фатима Тазахра, саламулла алейха. То есть это еще одна... еще одна подробность этой истории, или в другом... Шейх Курбан, может, мы продолжим время на следующей передаче? Иншаллах. Я напомню этот вопрос, и вы продолжите, иншаллах. Спасибо вам большое, спасибо, Шейх Курбан. До новых встреч. Уважаемые телезрители, мы с вами увидимся на следующей передаче, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.